тур начался. Чем он закончится сегодняшний день? Ну, не знаю, ну не тем, чем вот у вас там в Минске. Давай начнем, честно. Что? А то как в Минске. Сегодня нету прецедента. Знаешь, что? Аллегрова игра пирожины сама. Бантика. Вот этими ручками. Ирочка, по кличке Золотые Ручки. Да. Поэтому у него бриллиант, а у нас одна это. Ну, ерунда. У тебя антиквариат зато. Ой, что там, господи, одна база. У меня шмотки, у вас бриллианты, антиквариат. Все ради крутого. Все ради крутого. Все слышим. Сейчас, ой, рунчик с такой. Ирка, а что с волосами? Мне хорошо шляпа. А он видит? Особенно вот так. А тебе надо с волосами. Ты так снимал. Я же говорю, шляпа идут. Да. В следующий раз увидите меня в шляпе. Кепочки тебе идут? Хорошо. Со мной все хорошо. Моря! Вот это ты просыпаешься, и сразу у тебя так голос звучит. Фига себе. А? Гений. А у Фим? А у тебя как звучит голос? Тут с утра лает. Балай. Я сейчас. Вот балай. Вот. Гав-гав. А я звучу с самого утра. Ой, сейчас бы порвал бы какой-нибудь театр. Молодец. Что ты ищешь, мы еще не все. Мимо мамому. Вот. Поздравляю! Привет. Да! Да! Игорь, можно? Конечно. Можно? Ну, прям на секунду. Хорошо. Слушайте, ну, не знаю даже, как сказать вам. Ну, это радостное событие-то, новость. Радостное. Вы уж меня извините, но я обязан вам вас порадовать. Это ваше. Спасибо. Это вам спасибо. Спасибо. И поздравления. Спасибо. Спасибо. Что они имеют в виду? Причем здесь полмимона? Полмимона вам. Спасибо. Нет. Да. Спасибо. Знаете почему? Нет. Вот мы сыграем полмиллиона практически. Спасибо, спасибо. Да! Спасибо. Пол лимона, это много или мало, чтобы жить начать сначала в Инстаграме, в Инстаграме! Ну, слушай, мы каждый от себя даем по полмиллиона. Не деньгами, нет. А, нет. Да, и скоро у тебя будет огромное количество подписчиков. Дорогие друзья, подписывайтесь на инстаграм Игоря Крутого. Там все интересно, он вообще ничего не стесняется, выкладывает все, что даже иногда теперь я лично боюсь, когда он поднимает телефон. У меня сегодня 200 тысяч просмотров на наше видео. Держись меня. Держись. Ну, будешь есть? Или... Ну, а что делать? Ирина Александровна, да, вы знали? Да, я просила тебя очень подойти. Я хочу подарить тебе пол лимона. Пол лимона? Да. Вот и был пол лимона. Ну, лимона пока нет целого. А вот половину все, понял. Самый раз. Все, понял. У меня будет 500 тысяч подписчиков, а у Ирочки миллион. И мы поздравляем друг друга. Мне половинка. Ну что, дорогой Игорь Яковлевич, дарю пол лимона и думаю, что таких лимонов должно быть тонны и еще больше. Спасибо. Подписывайтесь на Игоря Крутого.
Это моя классика. Hello.